все собрались. Поздравляю вас с завершением соревнований. Спасибо вам большое за участие, за то, что приехали, издалека приехали, посетили наше мероприятие памятное Четверякова Георгия Михайловича. В общем, всем хочу пожелать удачи, до скорых встреч, чтобы турниров было больше, и мы чаще виделись. Мне кажется, все прошло великолепно, никто не спорил, не ругался. В дружеской атмосфере мы поиграли, получили, я думаю, удовольствие. Сейчас будет у нас процедура награждения. У нас должны быть все задействованные спортсмены, кто занял призовые места и кто просто участвовал у нас, не победил. Давайте сейчас будем начинать. Но хотелось бы сказать еще одно слово, да, Наташа. Еще раз хотела всех поблагодарить от души, что мы все собрались почтить память Георгия Михайловича. Вот мы приготовили небольшие подарочки. Георгий Михайлович очень любил машинки, все вы знаете, да, ездить на машине. Вот здесь мы такие подушечки с изображением машины. Ну, всем нужны, хоть машину положить, хоть дома пользоваться. Вот мы вам такие подарочки, такие спортивные пляжки для воды. Процедуру награждения примет у нас старший тренер Республики Казахстан Армуров. Наградит первым наших спортсменов медалями, пожалуйста. Так, мужчины, первый класс, третье место, Суфьянов Станислав. Второе место. Асханов Дюсендали. И первое место. Браун. Мужчины второй класс за третье место награждается Нурмагомедов Ардар. За второе место награждается Бурмаков Вадим. За первое место награждается Тимаков Мади. И также в этом классе памятным призом награждается Амиров. Thank you.
Мужчины третий класс за третье место награждается Жапабаев Мурат. За второе место Телемисов Дарман. И за первое место Казиев Герман. Также в этом классе памятными призами награждаются Штапер и Кербес. Хотелось бы представить нашего директора спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями Зангапа Сагадатовича. Он проведет дальнейшую процедуру награждения. Мужчины четвертый класс за третье место награждается Байгаков Иван. За второе место Каплич Владимир. И за первое место Старый Федор. Также памятным призом в этом классе награждается Мазута. У мужчин в пятом классе за третье место награждается Шмуратов Тимофей. За второе место награждается Мукатаев Рамазан. И чемпионом становится Каниев Кенгиз. Также в этом классе награждается памятными призами Касимов, Житенов, Каймышев. У мужчин шестого класса за третье место награждается Мурат Яркай. За второе место Базян Максим. И за первое место Быков Евгений.
Также в этом классе памятными призами награждаются Калдыбай, Беткал, Нуржан, Масалим. Мужчины 7 класс за 3 место награждаются Куанышев Дастан, за 2 место Давидов Рустам и за 1 место Аразбек Азаман. Памятными призами в этом классе награждаются Святогор, Сериков, Жаркин. Мужчины 8 класс за 3 место награждаются Худяков Игорь, за 2 место Байман Артем, за 1 место Махумбетов Али. Памятными призами в этом классе награждаются Цой, Дасымжанов, Альдасулы. Мужчины 9 класса за 3 место награждаются Бижанов Азат, за 2 место Жаканов Ержан, за 1 место Великиев Талгат. И памятный призов Убаисов.
Мужчины 10 класс за третье место награждаются Жамбаев Кайрат, за второе место Башаев Иван и за первое место Насикан Мухамбет. Также пришли, вам хотелось бы представить директора теннисного центра, в котором мы играем, Зафари Натовича, который продолжил процедуру награждения. У женщин первый рядовой класс за третье место награждается Мазаева Анна. За второе место Федоренко Екатерина. И чемпионом стала Испала Мария. Третий, пятый класс у женщин. За третье место награждается Путянина Алена. За второе место Бабкел Айму. И за первое место Айдарханова Саули. Памятным призом в этом классе награждается Нуртазин. Шестой, восьмой класс у женщин за третье место награждается Насихатова Ирина, за второе место Исмамулова Рауза, и чемпионом стала Емельянова Рожан.
памятным призом награждается Колпакова. В 10 классе у женщин за третье место награждается Смогулова Айгуль, за второе место Сейдрасылова Салтаман, и чемпионкой стала Ержан Мирзы Алтынай. В абсолютном первенстве среди мужчин первых и пятых классов за третье место награждается Телемисов Дархан, за второе место Жапабаев Мурат, и чемпионом стал Касим Эрнан. В абсолютном первенстве среди мужчин 6-10 классов за третье место награждается Аразбек Азамат, за второе место Магулбеков Али, и чемпионом стал Еремеев Талгат. В абсолютном первенстве среди женщин первых и пятых классов третье место заняла Утягина Алена, второе место Беспалова Галина, и чемпионом стала Альдарханова Сауле.
абсолютном первенстве среди женщин 6-10 классов за третье место награждается Сидрасылова Салтана. За второе место Гениянова Аружан. И чемпионом стала Ержан Казырова Ленай. Так, уважаемые спортсмены, ну вот и закончилось наше награждение. Мы все получили положительные эмоции. Спасибо Наталье за то, что организовала такое мероприятие.